Доброго времени суток всем подписчикам и также зрителям моего канала. Сегодня у нас в гостях Vega 003 стерео. Это радиола, лампово-полупроводниковая, высшего класса. Вот в таком виде он поступил. Попросил вам мой друг Андрей привести его в порядок и сделать профилактические мероприятия по приемнику, так как есть желание послушать ламповый звук. Вот. Данный приемник не имеет усилителя мощности, только есть линейный выход на усилитель. Вот. Поэтому у него еще должно быть отдельное усилительное устройство. Вот такой внешний прекрасный вид у него, полностью целый. Никаких повреждений, никакие детали не утеряны. Вот в таком прекрасном состоянии. Ну вот внутри, как обычно уж, все в пыли, запылено, так как долгие годы он хранился, не использовался. А внутри все цело, все на месте. Никакие детали не утеряны, ничто не сломано, вот, ничто не прогорено. Вот мы видим, что УКВ-блок здесь имеет две лампы. Это отдельный усилитель, отдельная такая схема. Ну, вот тут видно, что она и имеет некоторые узлы с полупроводниками. Ну, вот сейчас включил радио, подал питание. У него, кстати, сетевая вилка сломана, если так можно назвать. О ней будет дальше показано видео. Вот в таком состоянии. Все на месте. Ничто не кручено. Обычно бывает так, что умельцы крутят, вертят. Ручки были отмыты, вот они заблестели, как и раньше. Также немножко был приведен корпус в порядок. Вот сейчас более детально рассмотрим. Вот это блок УКВ. Ну, по просьбе заказчика блок УКВ не будет подвергаться изменениям, так как его интересует только КВ-станция. Он является радиолюбителем, поэтому ближе к КВ-станции. А в этом приемнике есть вот такая особенность, подстройка ПЧ. Вот, отдельно ручка выведена. Вот, очень хорошая функция. Это не на всех радиоприемниках применяется такое, только на приемниках спецназначения и, соответственно, приемниках высшего класса. Это для того, чтобы более четкий, хороший прием, сузить полосу. Вот такой стоит диодный мост родной. Все детали родные, ничто не утеряно. Аналоговые лампочки и вот кошачий глаз реагирует. Но сейчас тут демонстрация, то, что у нас выход есть, что-то принимает. Я подключил антенну в виде куска провода. Также вот смазаны были переключатели каналов, диапазонов, вот такие ползунки, так как при переключении была временная задержка. Поэтому, чтобы избежать этого, обычно машинным маслом аккуратно, без фанатизма смазывается. И также выявилось, что у нас неисправен регулятор громкости. Вот такой. Но эти регуляторы, они самые паршивые. Они изначально работали плохо. Попадалось так, что их приходилось сразу менять. Но он был заменен, так как я не нашел родной. Пришлось сделать колхоз. Вот удлинил при помощи латунного сердечника другой регулятор громкости. Здесь вот как раз... Вот он, сетевой разъем, он треснутый. И сейчас придется сколхозить что-то подобное, другое, чтобы нам вот эта фишка вставлялась беспроблемно. Ну вот, нашелся донор, плата от китайского какого-то оборудования. И вот пришлось вот по размерам сделать вот такое новое посадочное место вместо вот этих старых советских сломанных. И это сейчас... Разъем будет установлен на место аккуратно. Ну вот он уже установлен, припаян. Сейчас будет демонстрация сил, подключение уже этого разъема. Вот он сейчас без труда у нас заходит. Попутно был также устранен дефект по передней панели. Там крепежи вот такие были сломанные, отломанные. И вот таким суперклеем страшным будет склеиваться данный пластмасс, чтобы зафиксировать переднюю панель.
к корпусу. Так как радио подвергалось неоднократным переездам и не очень, видимо, хорошо с ним обращались, поэтому оно и выломалось. Ну вот сейчас уже скрепилось, все склеилось, все держится. Зафиксировал на саморезы родные. Вот. И сейчас будет уже сборка приемника. И также будет контрольное прослушивание, просматривание. Это вот нижняя часть приемника, там имеется вот такой экран. И к экрану прикручивается провод. Это, видимо, место, чтобы наводок не было, прочих всяких помех. Итак, сейчас вот уже собрал пристрелка нового регулятора. В принципе, хорошо село, но есть, естественно, небольшая кривизна, так как все делалось колхозно, без токарки, без всяких хитрых инструментов. Вот так достойно выглядит сейчас приемник. Есть поцарапины, конечно, небольшие, но они сотрутся. Вот. Задняя панель полностью целая. Вот, закрепили на 3 фиксирующих винтика, чтобы не выпадало. Вот блок вот прошел разъем, там как раз, который у нас идет уже на усилитель. Данное радио стоило денег определенных. Вот присоединил вот это хитрое устройство, наушник, чтобы прослушать, что у нас там вообще выдает. Вернее, чтобы прослушать, как у нас регулятор работает. Регулятор прекрасно работает, не шуршит. Вот кошачий глаз указывает то, что есть какой-то прием. Радио тестировалось днем и в очень сильно помеха неустойчивых месте, поэтому только принимал треск. Вот АП включаются, лампочки. Это демонстрация органов управления. При помощи генератора было проверено прием. Прием хороший, то есть приемник слышит частоты. Ну а в дальнейшем уже протестирует сам владелец Андрей. Пожелаем ему удачи, приятных прослушиваний. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Вот уже непосредственно у него дома он, приемник. Так что всем удачи.